План золотого яйца. Слышали, у меня чел сказал, Атрекс убивал богов, а теперь пусть сразится с человеком. Отреагировал на то, что против меня Атрекс. Атрекс. Так он его назвал Атрокс. Значит, может быть и Белкос? И Белкос такой? Белкос. Против нас, поляк. Жмати. Сейчас я его зажмати. Ммм! Я скин не выбрал из-за того, что переключал их. Винище льется рекой. Какое винище? Я в кругу. Герокопка? Ну, смотри, по-русски прогнул винище. Смотри на меня. Если нормально мне долбанули. Ты про это что, господи? Горки? Ну, такой, который делает. Да. Это прямо один в один герокоп. Да. Давайте возьмем. Герокоптер сейчас самый тощий, его сносить можно легко. Фигарю копьем ему воткнул в жопу. У них еще соны есть, вот ее бы нам сносить. Винище. Не отвечу, Белл. Он вылез просто из тени. Да ладно. Ты бешеный. Против нас пойдите. Курва звездочками блокируется. Леш, ты чё обижаешь? Слово курва знает, ну-ка. А слово... Не, а сука только по-русски. Ну, типа да, это же не по-польски. Да хуй знает, просто курва. У них тоже такое слово есть. Сушка. Суйка! Я просто офигел, когда узнал, что вы там... Китайцы, когда присылают нам всякое говно свое, у них шрифты пиздец съезжают постоянно. И у них свои там двоеточие, свой вопросительный знак, своя вся хуйня. Я поэтому подумал, может быть тоже, типа... Давайте застанем и... У них необычные буквы какие-то свои, типа, выглядят так же, а... Давайте лечилку возьмем. Ребят, блин, я взял свечу. Я чуть не умер от этой атаки, Люба. Списательный знак, а вся тут хуйня, короче, которая, по идее, общая у всех должна быть, у них своя почему-то. Поэтому я подумал. Китайцы вообще, ребята, особенные. Но у них письменность самая старая, мне кажется, они еще до того же. Не, у корейцев, по-моему, тоже, потому что я помню, мне писали. И там знаки я заметил, я скопипастил. И когда у меня на английском был текст, и их там отличался, то есть на телефоне, то есть не то, что мне там шрифт, у меня шрифт один на телефоне. Лёх, а старый китайский реально совсем другой язык, не китайский. Да ты, я знаю, старый китайский, так спрашиваешь. В смысле старый китайский? Ну какой-то там древний китайский. Ты старый, а не китайский. Вообще не пошли, пошли, пошли. Куда? Ты бы предупредил. Ну, ульта же показывает, когда летит. А. Она слишком быстро показывает, не подложит, ребята.